В кафе между внуком женщины, отмечавшей день рождения, и ее зятем произошел словесный конфликт, который продолжился на улице. Отчим оскорблял приемного сына, на просьбу успокоиться никак не реагировал. Как поясняет подозреваемый, хотел, чтобы данный гражданин прекратил свои противоправные действия, именно оскорбление, пытался его напугать, но никаким образом не подействовало. Гражданин продолжал произносить оскорбительные слова в его адрес и... Он нанес телесное повреждение, а именно удар рукой. На место происшествия приехала полиция. Сотрудникам правоохранительных органов потерпевший сказал, что виной всему алкоголь. От медицинской помощи он отказался. Самостоятельно проследовал домой, где на следующий день в районе 18 часов умер. Родственники, чтобы подозреваемый избежал наказания, сначала говорили, что мужчина получил травму во время падения. Камеры наружного наблюдения помогли расставить все точки над «и». Возле кафе обнаружили следы крови потерпевшего, а также была найдена гильза от патрона травматического пистолета, из которого подозреваемый произвел выстрел в воздух. Совокупность собранных на первоначальном этапе расследования доказательств, а также правильно выбранная тактика допроса позволили изобличить подозреваемого в совершении данного преступления. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Расследование уголовного дела продолжается. Дина Исляева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».